познакомились с тобой позапрошлой весной. Жень, на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала, легла на диван. Я понял, это намеком, все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Я не понял, что ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Что ты имела? Еще я толком не запомнил твоего лица. Но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Это намек, а все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Опять не понял, что ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Что ты имела? Да-да, ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. Странный вкус темнеет в глазах, и ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, все ловлю на лету, но непонятно что. Я живу без тебя, прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, а ты все там на земле. Че-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Ну ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И че за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Я спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Что ты имела в виду?